Удерживать лидирующие позиции как флагман научно-технического развития страны – одна из задач, которая стоит перед избранным губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Специалисты сферы образования уже успели отметить чуткое внимание со стороны руководителя к решению вопросов отрасли, а также к реализации крупного проекта – создания межнационального межвузовского кампуса, который откроет огромные перспективы для молодых ученых. Задач в сфере образования и науки на самом деле очень много. Это задачи, связанные с тем, что мы должны привлечь в регион молодежь, должны ее закрепить и должны обеспечить, конечно же, нашу экономику кадрами, нашими выпускниками, выпускниками университета. В регионе будут развивать и полный цикл создания беспилотных авиационных систем. Для этого этапы изучения этой профессии уже внедряют в школах, а также создают новые рабочие места. Вячеслав Андреевич готов смотреть на наши инициативы, готов их поддерживать. В этом мы тоже убедились. И я думаю, что мы, в свою очередь, тоже оправдаем ожидания Самарского региона в том, что мы будем надежным партнером и в бизнес-части, да, и в социальной сфере. Поэтому, я думаю, всех нас ждет большой успех, и за 5 лет мы достигнем большего. С первых дней работы в регионе Вячеслав Федорищев уделяет повышенное внимание реализации проектов для молодежи, открывая для юных умов и талантов широкие возможности для реализации. В целом такой достаточно интенсивный темп работы был задан. Я уверена, что такой же темп и продолжится дальше. За эти 3 месяца, мне кажется, ни один житель Самарской области не остался в стороне от процесса подготовки программы социально-экономического развития нашего региона. Были выделены приоритетные направления. И для нас, как для молодых людей, было важно увидеть там себя в этой программе. Большие проекты будут реализованы и в других сферах – здравоохранение, ЖКХ, экология, спорт, туризм и культура. Это движение дальше, движение вперед, и, мне кажется, новые взгляды, новые подходы, они тоже очень будут на пользу всему региону и культуре в целом. Поздравляют с избранием нового губернатора и коллеги из других регионов. От всей души поздравляю вас с победой на выборах. Это заслуженная оценка ваших личных, профессиональных качеств и слаженной работы новой команды Самарской области. С этого дня начинается официальная работа по реализации стратегии развития региона на ближайшие 5 лет под руководством Вячеслава Андреевича Федорищева. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.